Итак, ребята и девчата, значит, у нас все подготовлено для того, чтобы сделать листинг, то есть скачаны картинки, скачано видео, скачано и сделано по размерам промоушенал картиночка, то есть мы подготовились, все это сделали, поработали с тайтлом, с описанием. Теперь смотрите, у нас в листингах, в продуктах должен быть хотя бы один максимально продвинутый, с максимальными вариациями, с максимальными там цветами листинг. Для кейсов у меня вот этот вот листинг. Тут очень, ну, много цветов разных и много модификаций айфона. Именно раз сейчас речь идет о кейсе для айфона, значит, мы берем iPhone. Если у вас там, ну, не знаю, дамские сумочки, тогда по цвету разные, или там еще что-то вот такое, то у вас должен быть хотя бы один листинг с максимальными вариациями. Сейчас дальше по ходу вам будет все понятно. Сейчас что делаем? Вот здесь в выпадающем списке есть вот такая вкладка копи, копировать, сделать копию этого листинга. Кликаем сделать копию, и у нас создается копия. Тот же самый листинг создается, еще один такой. Увидели, да? Все цены, все одинаковое. Создалась копия, но у нас тут идет дальнейшая работа. Итак, мы убираем тайтл, вставляем свой новый. Вот он, вот этот тайтл, который мы подготовили, скопировали, вставили сюда. Вставить. Здесь выскакивает это, то есть переведите новый тайтл. Кликаем сюда и переводим. Перевели, сохраняем. Категория есть. Эти все картиночки в корзину, в мусор. Убираем. Вставляем наши новые картинки. Вот они, рабочий стол. Вот мой босс. Ну, их тоже, естественно, предварительно все надо подготовить, чтобы быстренько все это проделывать. Мы так и так во время создания листинга все это делаем. То есть здесь вы сейчас увидите даже в течение ролика все это. Очень быстренько можно записать и увидеть. Загружаются картинки. Confirm. Поменялись. Теперь эти картиночки тоже в корзину. Добавляем. Сейчас вот это у нас тут сразу подставляется под эту маленькую конфирм. Вот это промоушен. Вторую мы сделали размером 900 на 1200. Ее здесь сейчас нету. Мы вот здесь 900 на 1200. Ту же самую картинку просто вытянули и все. Поменяли размеры на 900 на 1200. Ту же самую. Не надо муд... Ну, если хотите, можете сделать. Но сойдет и так. Можете сделать другую картинку с красивыми, там, не знаю, рекламными прибамбасами, скажем так, и загрузить. То же самое мы делаем с видео. Удаляем и загружаем свое новое видео. Вот оно. Я вам советую конвертировать в AVI,
Потому что MP4, ну, оно загружается, но очень туго. Здесь дизайн. Можно еще посмотреть, есть ли тут у нас там типа карбоновая, да? Если есть, добавить. Если вот, не, это картон. Если нету, пусть остается. Цвета остаются, в принципе, black, blue, green, red, dark. Но можно это убрать, допустим, да? Посмотреть, что не соответствует. Убрать. Дальше. Вот идем цвета. У нас тут три вариации всего по цвету. Вот раз, два, три. Значит, там убираем все остальные цвета, оставляем три. Здесь их переименовываем так, как у нашего поставщика Black. Переделаю эту буквочку Black. Ну, я там знаю голубой и белый, да. Ну, можно делать, чтобы не запутаться. Можно прямо копировать. Я показывал. Копируем отсюда и вставляем сюда. Все у нас будет полностью соответствовать. White. Эти картиночки, естественно, убираем. Загружаем новые. Вот мои вариации. Вот это черный цвет. Конфир. Вот это голубенький цвет, синий точнее. Конфир. И белый. Конфир. Теперь все это загружено. Сейчас проверим с видео, как у нас. Еще 15%. Ну, это я сейчас снимаю ролик, поэтому не советую вот делать все это. Надо дождаться или загрузки видео и потом продолжать, или сделать все, а потом уже ролик закидывать. Итак, смотрим. Ну, тут опять же максимальное количество вариаций. Все, что можно. Поэтому проверяем у нашего поставщика, что у него есть. 13 Pro Max, 13 Pro Max начинается с XXX. В общем, вариации делаем соответственно ему. Ну, шестого нету. Нету. Снимаем чекбоксы. Нету, нету, нету. X, по-моему, там был. Сейчас проверим. Для iPhone X. iPhone X, XS. Есть, XR есть, XS Max. Так. 10, 13 моделей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Почему у нас получилось 15? Потому что здесь у него объединены. Вот, допустим, где-то я увидел XXS. Вот видите, вот XXS. У него объединенное. А у нас отдельно там iPhone X, iPhone XS. Для того, чтобы вообще в точку попасть, можно сделать очень просто. Можно просто взять, допустим, вот скопировать. Даже вот фор у меня с большой буквы. Скопировать. Вставить. Вот здесь, да? Вставить. И так далее. То есть вариации опять же здесь скопировать. Ну, у меня
есть там, допустим, про вон Form 13 Pro, Form Max, и таким образом сделать. Понятно, да? Тут for iPhone Pro Max, а тут можно просто написать for Pro Max. Вот это только можно написать. То есть будет один в один, как у него. Вот так. Здесь, уверяю вас, по вариациям одинаково, хоть считаешь тут много, из-за объединения у него тут получилось меньше. То есть у нас аналогичный листинг полностью. Теперь дальше. Естественно, мы убрали, здесь количество уже стоит, нам надо проставить цену. Цену проставляем уже исходя из следующего. Вот у него тут получается 8 евро, да? Здесь 5,30. То есть мы в сумме делаем, чтобы у нас тоже было, ну, 8. Даже в данном случае мы можем дешевле его продавать. Поскольку у меня шиппинг будет от 3,50 до 4,50. Это уже ты знаешь, под какой шаблон ты его поставишь. Поэтому здесь в цене можно, значит, сделать так. От 8 отнять 3,50. Останется 5, 4,50, да? И даже если ты поставишь цену 4,99, ты в выигрыше. Ты можешь продавать дешевле этого, который продал там за 55. Поэтому здесь везде 4,99 цена. Цены, ребята, рассчитывайте сами. Уже кто как хочет, пусть с ценами набавляет, убавляет. Это тут дело каждого. Ctrl-V, если кто не знает. Все, цена есть. Теперь переходим к описанию. Давайте еще раз глянем на ролик, что там у него. 51%. Смотрите, у нас уже есть описание. Есть описание. Делаем его в красивой, удобной форме. И копируем то, что мы хотели написать в нашем описании. Это у нас будет заголовок. Вот здесь. Это мы все выделим по центру. Вот так. Ну и смотрите, я бы не стал, это я просто вам показал вот здесь. Что, ну давайте, давайте. Копировать. Давайте добавим сюда description, чтобы уже и description у нас был. Но его, конечно, надо сделать чуть поменьше, чтобы оно было красиво. Ну, пусть будет вот так где-то. Пусть будет вот так. Ну и картиночки мы скачали для description. Поэтому все это в корзину убираем. Левый клик и в корзину. Левый в клик и в корзину. Мне так удобнее. Может, кому-то удобнее по-другому. И сюда, значит,
Вставляем картиночки наши уже. Клик сюда. Загрузить картинки. И у нас тут есть картинки для description. Вот они. Загружаются картиночки description. Все, это очень простой метод, очень быстрый метод, не сложный. Вот здесь можно, чтобы вверх-вниз не скроллить, вот здесь пишется, загружены 9 из 9, значит confirm, все, все загружены. Вот картиночки загружены, все красиво, аккуратно. Проскроллили, посмотрели, нам нравится. И thank you very much. Выходим из полноэкранного режима. И импортируем сюда новый description. Подтверждаем. И здесь появляется новый товар. Это для мобильных. Так, еще раз посмотрим видео. Загрузилось или нет. 83%. Итак, здесь вот это был продан. Ну, сделаем десяточку по количеству. Все, по 10 штук. Все, размеры есть, вес есть. Shipping template подставлен. Все подставлено. Просто теперь, чтобы долго не затягивать ролик, не думаю, что есть смысл вместе ждать, пока наш вот этот ролик для листинга загрузится. Но он загрузится уже 88%. Бывают сбои. Здесь есть свои капризы, но это уж что поделаешь. Так что, пожалуйста, сейчас давайте посмотрим, сколько продлилось. Ну, 17 минут с объяснениями. 17 минут продлился весь ролик. Если обо всем этом не рассказывать и быстренько все делать, ну, минут 10, ну, пусть 15. И новый листинг готов. Так что вот, пользуйтесь вот таким методом. Будет быстренько у вас листинги.